15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Стоп! Сколько раз попало? Один. Класс, молодец. Что больше? Андрея, попробуй. Вика, Вика, сразу не садись. Немножко вон там, походи, вот там. Готов? Готово? Хаджина. Раз, два, три, один, есть. Четыре, пять, шесть, семь, два, восемь, девять, десять, три, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Стоп! 18 секунд. Ложи мячик. 4 попало? Нет, 5. 5, 5 она попала. Так, Михайло, давай, попробуй ты. Да. Кто? 7 класс. 7 класс? 6. 6. Снимай обувь, сядь туда. Так, готово? Хаджина. Раз, два, бегом туда, бегом, бегом. Три, четыре, пять, шесть, один, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, два, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, три, девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24, 4, 25. Есть, молодец. Положи на мячик. 4, 4 мяча, да? 4 мяча за 25 секунд. Николетка, а потом Олеся пойдет. Готово? Отсюда. Раз, два, три, четыре. 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 4, 22, 23, 20, есть, 23, стоп, стоп, тебя пьем. Молодец. Заколдованная коллекционная. Да. Клиент точно еще придем. Пусть заходим, садятся. Заходите, садитесь. Готовы? Хаджина. Раз, два, один. Два, один. Девочки, садитесь. Два. Три, четыре, пять, пять, два, шесть, семь, восемь, восемь, три, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четыре, тринадцать, четырнадцать, девять, четырнадцать. Ай, браво. Мячик. Молодец. Не бросай. Да. Спасибо. Все. Ну, молодец. Значит так, у нас все записано. Девчонки сюда. Можно вас тренер сюда. Сюда, сюда, чтобы. Нет, вы так же, дальше, спасибо. Значит, вот так. Все, поздравляемся, Венере. Значит, что мы сегодня делаем? Первое. Вы учились набивать, правильно? Это настольный теннис. Надо выиграть вот у Андрея. Или вот у него, Габриэла выиграть. Дальше. Вы учились бросать кольцо. Дальше. Вы повторяли скакалку. И уже сегодня спасибо, молодцы. Уже. И кувырок. Вот теперь, когда вы будете бежать, кто-то поставит вам подножку. Вы сделаете кувырок и побежите дальше. Вы понимаете? А если не умеешь,
что? За черти что. Оливере? Дрек? Значит, да, у вас, девочки, значит, я был директор, и она недовольна. Значит, она сказала так. В одно время должно быть все тренировки. Поэтому, наверное, будет вторник, среда, четверг, Лаура Б. Вика есть, есть. Что мы там сделаем? Мы там поставим вам еще, я постараюсь достать 2-3 стола. Такие, чтобы вы могли прийти, отдохнуть, получить уроки, что-то написать, отдохнуть, и 2 часа туда мы будем встречаться. Хорошо? Алинея, Дрек, Савельевич. Так. Ну, а что? Так.